Церемония открытия всероссийских соревнований по лыжным гонкам, посвященных памяти заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона Федора Симашова, прошла 21 февраля в Центре спортивной подготовки «Ялта-Зай». Соревнования будут проходить с 21 по 25 февраля. 240 спортсменов из 32 регионов России примут в них участие, юноши и девушки 2000-2001 года рождения. На церемонии открытия участников соревнований приветствовали почетные гости. От имени принимающей стороны успехов спортсменам пожелал глава района. Мы приветствуем вас еще раз здесь и, конечно же, желаем вам хороших стартов и, конечно, хороших сладких мгновений побед. Соревнования «Память олимпийского чемпиона Федора Симашова» по инициативе местной администрации проходят на Заинской земле с 1971 года. Первоначально эти соревнования для юных лыжников проходили на призы Федора Симашова. Почти 20 лет назад они получили статус всероссийских. И для молодой смены эти старты стали отличной ступенькой для роста. Что и показывает сегодняшние соревнования различного уровня. И наша победа на Олимпиаде в Корее в сложнейшей ситуации – один из показателей. Молодцы, что вчерашние мастера спорта показывают ни перед кем, ни перед каким авторитетом, ни перед теми решениями, которые сегодня были приняты на наших глазах. И произошло героизм наших спортсменов. Они собрались, как одна команда. Они поверили в себя, не смотрели ни на какой авторитет, ни какие титула. И они вышли на старт и приняли, будем говорить, к себе, значит, ответственность и победили. Наши спортсмены, где участвуют татарстанские, Анна Нечаевская, Андрей Ларков, уже наши спортсмены стали призерами Олимпийских игр, уже целую копилку, значит, стали призерами Олимпийских игр. Это просто рад, просто молодцы. И все это начиналось с Заинской земли. Все они здесь бежали, все они отбирались здесь на Универсиаду, отбирались на этапы, значит, чемпионат России, отбирались на Приволжский федеральный округ, отсюда отбирались они на Кубки этапа, на молодежные. Вот ребята взялись, вчерашняя молодежь, которые и сегодня они молодые, и вот делают чудеса. Иногда говорят, вот зачем это спорт, зачем это большой спорт, это столько надо тренироваться и так далее. Нам нужны кумиры. Человек, который занимается спортом, это побеждает самого себя. Дерзайте, побеждайте, занимайтесь. Заинск – это основа лыжного спорта России. Для Заинска проведение крупных соревнований сегодня уже скорее престиж. Есть богатый накопленный опыт, есть инфраструктура. Созданы все условия для проведения соревнований высокого уровня. Такие крупные соревнования, конечно, нас учат организовать, во-первых, организаторам, оргкомитету, рассмотреть разные варианты и вечерние программы для присутствующих, для спортсменов, для тренеров. И в то же время подтягивает нас, тех людей, которые приезжают со стороны, она положительная. И с каждым разом, с каждым годом мы хотим, наверное, удивить наших гостей. Это вроде неплохо получается. Отсюда же отбор на юношеский олимпийский фестиваль. На будущий год он будет проходить. Многие ведущие спортсмены, которые сегодня в том числе стартуют на Олимпийских играх, начинали здесь. Нам эти фамилии все известны. В Республике Татарстан созданы все условия. Сегодня 14 лыжных баз построены в городах и в районах. Более 100 километров освещенных лыжных трасс. Конечно же, они результаты будут. Не сразу, конечно, но они будут. В программе соревнований гонки классическим и свободным стилем. Юноши на дистанции 10 километров, девушки 5 километров. Эти лыжные гонки – отборочные на участие в первенстве России, которое тоже пройдет на Заинской земле в начале марта.